Катализатор здесь не один, их два. Вот, будем делать евро 2 ему и тюнинг. Работать будем комби-лодером, его модулем SIM2K. Так, давайте запустим наш комби-лодер. Блок здесь стоит SIM2K341. Давайте включим зажигание. Зажигание с кнопочки управляется. Вот. Выключим нам мешающий климат-контроль, чтобы зря аккумулятор не тратить. Итак, вот мы открыли наш комби-лодер. Выбираем Siemens SIM2K. J2534. И делаем идентификацию. Работаем по коншине. Вот, пожалуйста, версия загрузчика, калибровок и так далее, и так далее. Нажимаем ОК. И читаем наш флеш. Операция завершена успешно. Вот все данные, версия программы и так далее, и так далее, и так далее. Если мы просто сохраняем файл, нажимаем сохранить. Вот он. То файл у нас сохраняется в закодированном формате. И вот сколько он весит. 616 и 698 килобайт. Чтобы сохранить файл в обычном формате, в бинарнике, нужно нажать Shift и держать его до сохранения файла. Вот мы сохранили файл в бинарном формате. Здесь он уже 2 мегабайта. И с ним можно уже спокойно работать. Ну, если, допустим, мимо ОВ делать или еще что-то. А так делать тюнинг и так далее, и так далее. Можно и в формате SMS через программу Chip Tuning Pro. Вот через нее. Давайте сначала откроем адаптовский APS-клиент и посмотрим, может, мы делали уже такую машину. Так, Hyundai 341 Santa Fe. Так, номер прошивки. Вот как раз. ФАК. О как. ФАК 4RL0B. Так, смотрим нашу идентификацию. Да, отзывы очень хорошие по этой прошивке. Давайте ее и скачаем. Давайте откроем эти наши два файла. Значит, вот у нас в бинарном формате сток.
и евро 2. Значит, прошивка CA691. Давайте забьем. CA691. И посмотрим. Вот, пожалуйста, прошивочки, да, действительно совпадают. Номера калибровок одинаковы абсолютно. Будем писать только калибровки. То есть полностью файл нам записывать ни к чему. Вот мы опять открыли наш комбилодер. Давайте включим зажигание. Сделаем идентификацию. Все, связь с СБУ есть. Нажимаем флеш, открываем наш файл евро 2. Вот он загружен. И нажимаем записать. Записать только калибровки. Говорим да, калибровки. Вот так молниеносно комбилодер записывает 341 блок калибровочки по коншине. Итак, мы сделали чип-тюнинг Евро 2, двигатель 2.4, это у нас Hyundai Santa Fe, 341 блок, но мы его не снимали, писали по розетке. Вот, сейчас коллектор разобран. Ну вот, Hyundai успешно прошит, давайте заведем его. Видим, что чек не горит. Так, давайте прочитаем ошибочки. Что мы имеем? Все стало чистенько. Отдаем счастливому хозяину. Работа выполнена.